На традиционный уже бал медалистов Одинцовского района собрались порядка 2,5 сотен выпускников. Каждый из них лучший в районе, добившийся заметных успехов в учебе. Поздравить будущее Одинцовского района прибыл и Андрей Иванов. Будьте реалистами и требуйте невозможного. Дорогие выпускники, время очень скоротечно, и только от вас зависит то, какие плоды оно принесет вам в будущем. На торжестве присутствовали первые лица города и района. Они же награждали медалистов. Праздничную атмосферу подчеркивали песенные коллективы и сольные исполнители. Многие из них не намного старше самих выпускников. Бал выпускной, это юность России кружится. Бал выпускной, что же может с тобою сравниться? Свой вклад в организацию мероприятия внес и молодежный парламент района. Молодые люди, лишь начинающие свой путь в большой политике, также присутствовали на празднике. Досуг молодежи сейчас – это очень важный вопрос, так как мы действительно хотим заинтересовать молодежь, чтобы она не сидела дома, смотрела в телефоны, но также и культурно обожествлялась, грубо говоря, так как у них сейчас становление личности проходит, и это очень, очень важно для молодежи. Выпускники всех одинцовских школ, от Акуловской до Чистцовской, ответственно подготовились к балу. Классические платья для девушек, смокинги для молодых людей. Поздравляли выпускников и танцевальные коллективы. Концерт посетила известная группа «Серебро». Не остались в стороне и юные акробаты. Праздничный бал завершился торжественным фейерверком «Золотые надежды Одинцовской земли». Таков слоган выпускников этого года.